Телеканал КРТ представляє. Сьогодні рад вітати у нас в гостях Андрій Гожий, адвокат з пакетом. Якимсь пакетом. Ну, ми з тобою нещодавно випадково зустрілися в центрі Києва на зустрічі шарійовців. Хоча я знаю, що ти не відносишся ніяк до цієї партії, я не відношусь. Ну, я просто гуляв там. От, чому ти взагалі зараз з пакетом? Ну, смотри, Тарік, у мене, як і у кожного українця, в пакеті пакет. Я сьогодні утром пішов в музей. Новые открыли музей. А цей пакет ты стираешь, якщо що? Конечно, стираю. А, ну, потому что пакеты редко сейчас. Грета Тунберг сказала, что уже раз вы купили пакет, пользуйтесь им всегда. Потому что бедные черепашки в море пакеты едят и умирают. Вот. Пошел в музей. У нас же есть музей советской оккупации. А рядом, в продолжении истории, открыли музей эпигонов и политического маразма. Так я пошел туда, в этот музей эпигонов и политического маразма, мне дали артефакт. Ну, я полез забирать его, и сразу сказал, не дадим. Я говорю, так я к Тарику Незалежку иду. Uh-huh. А они говорят, под его ответственность даем артефакт. Вот у нас есть в пакете пакет, в котором говорится, что Зеленский когда-то рекламировал один, ну, одного оператора, да. И вот символично президент там сфотографирован в нуле, а что как бы кармически и космически отображает его дальнейшую политическую карьеру. И я думаю, что вот полный ноль Зеленский... Почему ты уважаешь, что это ноль, а не буква О? Типа, а потому что тут, а тут написано ноль копеек, а не ООО копеек. Ага. Понимаешь? И может, это вот... О-капец О через О? О-капец, кстати, да. Ну... Поскольку ты человек творческий, поэтому мне сказали, чтобы я тебе передал в подарок, и мы вместе поскакали за Зеленского под вот эти вот ноль копеек. Светлое, майбутнє и не дуже дорогое. В светлый назад, чтобы мы поскакали в светлый назад вместе в это О, кстати, да, вот в это О мы поскакали назад вместе с дорогим нашим нулячим президентом, и я не побоюсь этого слова.